Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Это центр? Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Боятся за свой дом. Боятся тебя. Знают вас. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Ветер. Опасно. Здесь тихо. Лучше подождать. Скоро можно будет идти. Нужно идти. Успели. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Ты тоже чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Thank you.
Артём, здесь злые. Много. Очень красные. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Устал. Обходите его, мужики! Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Устал. А ведь у тебя был шанс. Оставался бы у нас на красной линии. Ну ладно, сбежал ты тогда. Так хоть сюда бы не лез. Ну думать же надо головой. Думаешь, Корбут забыл про тебя? Размечтался! И я не забыл! Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами, значит, сдохнешь тут! Артём, прощай! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Отомстим за товарищей! Отомстим контре! Бойцов теряем! Явился, значит? Не трус, это точно! Давай, рейнджер, режь, убивай, как мы привыкли! Или струс! Что, Артём, сотряслись под жир? Это тебе не мутантов жечь! Thank you.
гад! Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артём! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу! Но мозги вышибу, не волнуйся! Совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Что, ножом? Молодец, без страха и упрека. Это еще что? Твари, ты на меня натравишь! Герой! Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Решай, уйти, помочь. Решай, здесь нельзя долго. Выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. Теперь бы только успеть. В полис. На мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов.